Всем привет! Добро пожаловать на канал. Сегодня снимаю на свой старенький телефон, так как последние несколько видео, которые снимала на свой телефон, с которым я сейчас пользуюсь, который маленький, вы жалуетесь, плохой звук, ничего не слышно. Поэтому взяла свой старенький и снимаю на него. Ну что, сегодня у меня выходной. Вот только перед тем, как мне включить камеру, соседка наконец-таки угомонилась. Часа 2,5 просто барабанила, просто до ужаса музыка. Но я тем временем... Нет, еще не угомонилась, еще что-то там у нее орет. Я тем временем разгребла здесь в кухне подоконник. Почему? Потому что нужно было микроволновку передвинуть на стол. Я это всегда делаю. Сейчас я вам, кстати, покажу, что я рассказываю. Сейчас покажу. Ну вот как-то так. Разгребла я весь подоконник. И здесь на столе все разгребла, все протерла, микроволновку, кстати, помыла. Окна не мыла, мне сейчас нет времени, нужно готовить обед. Вот, подоконник просто протерла. Передвигаю микроволновку для чего? Для того, чтобы открывать вот эту вот раму на ночь настежь. Потому что вчера вот такой был прохладный ветерок вечером, а открыть раму нет возможности, потому что не дает микроволновка. Поэтому я микроволновку... помыла всю ее, сдвинула сюда. Ну, она у нас всегда на лето сюда на стол переезжает. И теперь вот будем вечером открывать настежь на ночь окно, чтобы немножечко проветривала квартиру. Здесь в чашке у меня уже тесто стоит. Два раза замешивала тесто. Вот я вам все-таки показала, как, чем я сегодня занималась. Утром не снимала, просто бралась тут сама. Ну, тут включила своих блогеров, которых смотрю. Челку девочки заколола. Она у меня что-то после кепки вообще вот так все висит. Она уже длинная, нужно ее состригать, в глаза лезет, мне это неприятно. Поэтому да, детскими заколочками застегнула, челку закрепила, как сказать. Мне как-то, знаете, вот мне нравятся такие заколочки. Пусть я в душе буду ребенком, кому, как вам угодно. Так, что хотела сказать? Хотела сказать огромное спасибо за ваши комментарии. За ваши добрые, ну и не очень комментарии. Всем огромное спасибо. Благодаря вам. Я чувствую, вижу активность канала. Спасибо вам большое. Так, ну и отдельно спасибо за добрый комментарий, за поддержку, девочки. Мои хорошие, я вас люблю, я вас обожаю. Спасибо вам за все. Так, ну что, ладно. Сегодня я, в общем-то, решила приготовить манты, кому как угодно. Вчера достала фарш с морозилки. Фарш у меня магазины, свиной. Ну, вроде более-менее такой фаршик. Я уже не раз брала. Вроде ничего такой. Вот. И сегодня я хочу приготовить манты. Манты буду делать с картофелем. Две луковицы. Кстати, девочки, последние нужно покупать луковицы. Ладно. Две луковицы, картошки. Буду картошки добавлять побольше. Я... рассчитываю на то, чтобы сегодня накормить всю семью и на завтра мужу на работу. Поэтому мне нужно приготовить достаточно. Ну и плюс завтра, чтобы что-то тоже было в первую половину дня. Дима проснется, там мантика 3-4 съест, там Владюша съест штуки 4-5, да, ну чтобы что-то было. Ну все, сейчас буду чистить картошку. Взяла сразу пакет. Пакеты все
из магазина. Я вообще пакет редко покупаю. Я сумками пользуюсь, когда хожу в магазины. Но если уж покупаю пакет, бывает такое, то я их не выбрасываю. Ну, наверное, как и все делают. Используем их для мусора. Потому что, ну что ж, куда его еще девать, так только не под мусор. Так, ну что я еще хотела. Вчера мы ездили на озеро. Я вам снимала. Я, конечно же, думала, что это озеро немного ближе к нам. Но 40 минут от нашего дома, до озера 40 минут езды. Вот. Ну, может быть, это не так много, но все же это расстояние. И я вам вчера вот показывала во вчерашнем видео. Ну, не вчерашнем, когда оно там вышло, да? Что там прям... О, активировалась опять моя соседка. Это... Даже я сама себя не слышу, просто такой звук. Там очень много было людей на озере, очень много кто с палатками. То есть туда приезжают, там и домики гостиничные есть. Туда просто приезжают и живут неделями. Ну, это, я Ване говорю, у нас была вчера репетиция. Вода вообще реально шикарная, шикарная по цвету. На дне песочек, ну, прям вообще классная вода. Она такая бирюзово-зеленоватая, такая цветом. Я Ване говорю, надо, говорю, как-то выбраться, пока Димасик дома, пока мы его еще не увезли, чтобы все вместе съездить с ночевкой. Ну, Владюш у нас под вопросом, у него уже практически своя жизнь личная, поэтому он зачастую с нами уже никуда не ездит, никуда не ходит, никуда не выбирается, у него уже своя жизнь, он уже, ему с нами уже неинтересно, поэтому Владюш у нас останется под вопросом с нами ехать с ночевкой на озеро. Я так думаю, что он вряд ли захочет. Ну, спросим, обязательно попросим. Поуговариваю, может быть, все-таки согласится. Вот. В прошлом году мы ездили на Хомутинино. Ну, прям было очень жарко. Я, кстати, девочки, вчера умудрилась сгореть. Вот так вот немножечко вам покажу. От купальника лямочка. Я буквально постояла на берегу минут, наверное, 7. Не больше. И все, мне хватило, я сгорела. Так вот, и я говорю, Ване, надо как-то собраться, пока Дима здесь, еще съездить с ночевкой туда, с палаткой, с шашлыками. Ну, в общем, так, не спеша отдохнуть на сутки. Ну, не знаю, как это получится. Сейчас Ваня работает практически каждый день. И Ваня, скорее всего, тоже в этом году без отпуска, без летнего. Может быть, только в августе у него будет отпуск. Так что все зависит от нашей работы. Я-то в этом году точно с отпуском пролетаю, как фанера над Парижем. Конечно, я уже привыкла, что каждое лето я ухожу в отпуск, и мы едем всей семьей там, либо я с детьми, к родителям. А в этом году, вот, к сожалению, у меня отпуска не будет. Если только и будет, то, скорее всего, к зиме, зимой, ну, когда я уже не смогу съездить к родителям, да и ни к чему уже. По холодам мотаться не хочется в зиму, в морозы. Так что вот так вот. Ну и в этом году, в принципе, какой отпуск, если у нас огород, оставить его не на кого, поэтому нет у меня отпуска, но у меня есть огород, поэтому как-то так. Так что посмотрим, как мы выберемся на отдых на озеро. У нас еще есть два озера, которых мы еще не изведали. Мы здесь живем уже столько много лет, и, ну, у нас, ладно, первые года не было машины. Но сейчас у нас есть машина, и мы никак не можем, мы не знаем, оказывается, у нас столько много красивых озер, столько красивых мест, где можно купаться, отдыхать, на ночлег приезжать, там, на пикничок. Мы, оказывается, ничего этого не знаем. Вот сейчас мы потихонечку начинаем изучать нашу местность. Вот. Вот уже два озера мы для себя открыли. Это Хомутинино, это вот Голубое озеро. Ладно, девочки, я сегодня не с ночи. Ладно, я не с ночи, я вчера была с ночи. Хотя сегодня можно было поспать. Но я почему-то встала рано. Ну, относительно рано, в 9 часов можно было до 10 поваляться. Но я что-то встала рано. Поэтому, ладно, я сегодня отдохнувшая, так сказать. И человек все равно, что сверху, снизу, по бокам. Снизу под ней нет, она на первом этаже. Сверху, по бокам есть соседи, и просто по барабану.
Так что вот так вот хотим мы съездить на озеро. Кстати, смотрела погоду на этой неделе. Немножечко на спад пойдет погода. Я бы, конечно, хотела в этот период съездить на озеро, когда не 35 и 40 жара, потому что мы в прошлом году ездили на Хомутинино. Мы попали в самый пик жары просто. Я так намучилась. Ночью я не спала, от земли сырость. В палатке, как в парнике, дышать нечем. Духота, жара. Я намучилась. Я говорю, блин, надо выбирать такое время выезда на озеро, когда более-менее температура немножечко пониже, потому что это нереально так в такую жару ездить на озеро. Так что такие вот дела, девочки. Так, ну что, картошечку я сейчас все вроде бы вам сказала, все свои последние новости. Картошечку я сейчас почищу, лучок почищу, все нарежу кубиками, с фаршем перемешаю. Фарш что добавлю? Соль и перец, больше ничего абсолютно. Ну и потом уже, когда буду лепить, подключусь с вами к вам. Так, девочки, для вас секундочка, для меня минут 15-20, минут 15 точно. Не переключайтесь, позже подключусь. Так, ну все, картошки я начистила, лука я начистила. Сейчас буду нарезать. А, кстати, что я не сказала, наверное, вам. Два раза я сделала тесто на миксере. Сегодня что-то поленилась, девочки, месить тесто руками. Думаю, у меня же есть миксер. Двойную порцию в нем я не стала месить, чтобы не сильно сложно было ему, бедненькому, справиться. Поэтому я два раза делала тесто понемножку. Даже второй комочек у меня получился поменьше теста. Интересно, почему? Вроде бы все так же, все тоже. Видимо, что-то как-то... Все-таки не так же. Поэтому. Так, ну все, картошечку нарезаю кубиками. Я всегда картошку промываю от крахмала, от лишнего вот этого крахмала. Смываю водичкой холодной, чистой. Сегодня я, раз нарезать буду мелкими кубиками, думаю, как же мне ее промыть. Я все-таки решила, я сейчас ее все равно промою. Я вот взяла тазик такой. В него сейчас нарежу ее, потом промою и в дуршлаг отброшу. Вот такими кусочками. В дуршлаг отброшу, водичка стекает, и потом я его, картофель-то добавлю уже в фарш непосредственно. Слушайте, ну музыка громче меня орет. Я в своей квартире уже прям это ору на весь дом. А музыка громче меня. Это, конечно, что-то с чем-то. Так, ладненько, буду я нарезать, а к вам подключусь немного позже. Так, ну что, мантоварку я налепила мантиков. Фарш у меня остался, но немного. Думала, больше останется.
Как видите, я в этот раз впервые раз в жизни добавила зеленый лук. Не знаю, никогда раньше не добавляла в манты зеленый лук. Никогда. Так что и тесто у меня тоже, кстати, осталось. Хватит, наверное, манты настряпать. Вот еще два колечка осталось. Сейчас уже тут долепливала, не раскатывала кругом, а так. Вот. Так, ну что, вот у меня еще сколько получилось мантов. И вот тесто осталось, я его просто раскатала, сейчас на сковородочке обжарю. Здесь поставила сковородку, маслечко налила. Манты наши варятся, кипят в полный рост. Это у нас, девочки, кастрюли стоят на плите с водой. У нас же воды горячей сейчас нету. Поэтому заранее с вечера наливаю воду холодную с крана, чтобы она немножечко подогрелась, как комнатная температура. Вечером греем и моемся. Вот так вот. Все, сейчас пережаривают сковородочки лепешечки, сахарком посыплю, нормально пойдет. Что тесто-то не выбрасывать? Здесь у меня вентилятор, девочки, гудит. Вытяжка, вентилятор. Все гудит, все работает. Так что сейчас буду жарить. Так, лепешечки пожарила уже. Дима пробу снял, сказал вкусненькие. Здесь достала домашний кетчуп, как обычно. Чесночка сюда накрошила, добавила немножко сахарочку. Перемешала вот такой вот кетчуп к мантам. Достала уже под нос, ополоснула его. Сейчас уже скоро будем вынимать наши манты. Так, ну все, девочки, манты наши сварились. Я, конечно же, не все сюда вытащила. Вот кетчуп, майонез, компот домашний. Мы сейчас с Димой сядем обедать дома, пока никого больше нету. Как все придут, будут они обедать. Всем приятного аппетита. Ну и нам, конечно, тоже. Вот такой вот мантик в разрезике. С зеленым лучком. Сочненький такой. О, какая красота. Всем приятного аппетита. Ну а я на этом буду сегодняшнее свое видео заканчивать. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо за комментарии, за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых видео.